Итак, мы создали в первой части проект, добавили сюда готовый файл с игрой. И сейчас мы выполним эту игру и посмотрим, как все работает. Нажимаем пункт меню Run, потом выбираем Run многоточие. И вот у нас один единственный файл, мы его и сейчас и запустим. Выполнение происходит в окне консоли. И здесь у нас сначала введение. То есть нам рассказывается о том, в чем заключается игра. Вы находитесь в землях, заселенных драконами. Перед вами две пещеры. В одной дружелюбный дракон, который готов делиться сокровищами. Во второй злющий, который может у вас съесть. Вот эти все детали каждый может написать свои. И сейчас пользователю предстоит выбрать, в какую пещеру он пойдет. Я нажимаю, например, один. И у нас начинается игра. Мы попали к хорошему дракону. Он рад с нами поделиться своими сокровищами. Я сейчас отвечу «да». Еще раз сыграем. Ну, например, введу 2. Опять. И опять мне повезло. Здесь происходит генерация случайным образом пещеры со злющим драконом или с хорошим драконом. Поэтому каждый раз результат может быть разным. Для того, чтобы остановить выполнение, нажимаем на красный квадратик вот здесь слева. Либо вот здесь в правом верхнем углу тоже можно нажать на красный квадратик. В следующей части мы изучим более подробно алгоритм и код программы. А сейчас можете попробовать немного поиграть.